на Оскара. Мы будем голосовать за лучший иностранный фильм. Вот такие фильмы, как вы видите. Просто одно слово, гениально. Ильич, во-первых, он напомнил нам молодость, напомнил Валеру. Я его знал, близко мы дружили. Все, и характер Тарасова замечательный. Валера, дух этот того времени. Все замечательно. Замечательно сделали картину. Это хорошая веха в нашем кино. Это настоящая, хорошая, настоящая работа. Очень по духу, очень соответствует тому состоянию, в котором пребывал отец. Я это хорошо очень помню. Я первый раз смотрела кино, мне очень понравилось, поэтому мне как-то так очень волнительно. Мне очень понравилось кино. Оскар. Главное, увидел Харламова, того, которого я уважал, любил как друга, как партнера, как кумира, поэтому для вас тоже. И самое главное, я давно не был в зале, где единое мнение, что фильм удался, что он патриотичен, что он своевременен, и он, я думаю, послужит новому, может быть, пересмотру о величии нашей нации через спорт, через всякие другие. Потому что, конечно, картина эмоционально очень сильно тебя, ну, так, в хорошем смысле, накрывает, вытягивает из тебя, в общем, энергию, поэтому. И реакция была потрясающая, и я такой эмоциональный какой-то отклик, очень искренне, я такого, ну, это было сильно и приятно, это не слишком слабое слово. Браво! Спасибо! Спасибо! Спасибо!